Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в 4-й научно-практической конференции «Экспериментальная хирургия, анестезиология и реаниматология лабораторных животных». Конференция проходит уже 4-й год на площадке НИИ общей реаниматологии Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. В данном году особенностью конференции является то, что она посвящена решению еще более узкого вопроса, более узкой темы. Это качественная практика анестезии лабораторных животных. К сожалению, данный вопрос плохо проработан в отечественной практике, и еще есть много куда стремиться в усовершенствовании данного направления. Также особенностью данной конференции в этом году является то, что помимо Федерального научного клинического центра реаниматологии и реабилитологии, в решении данного вопроса примут другие профессиональные сообщества, как соорганизаторы. Это Ассоциация специалистов по лабораторным животным РУСЛАСа и Ветеринарное анестезиологическое общество ВИТАР. Формат конференции предполагает проведение обсуждения вопросов анестезии лабораторных животных в режиме круглого стола, при котором смогут высказать свое мнение не только эксперты, изначально привлеченные для участия в конференции, но и другие участники, в том числе из других организаций и исследователи, которые применяют в своей исследовательской деятельности анестезию лабораторных животных. Поэтому буду рад увидеть вас на данной конференции. До встречи!